между командами ОР номер 5 «Мастер Сатурн» и футбольным клубом «Строгино». Со счетом 2-0 одержали победу футбольный клуб «Строгино». С нами Рамиль Хуранов. Рамиль, дайте, пожалуйста, комментарий с победой вас. Спасибо большое. В первую очередь хочу поблагодарить весь тренерский штаб, свою команду, которая сегодня билась как одно целое. Играли до последнего и заслужили победу. Сегодня такая энергичная, конечно, игра, жесткая, мне кажется, прошла со стороны обоих команд. Как вы можете это отметить? Да, игра была жесткая, все играли жестко, никто не хотел уступать. Но мы оказались сильнее, они всю игру разговаривали, что-то там плакали, что сильно грубо играли, но счет на табло все показал. Вам большое спасибо, Рамиль. Вам всего доброго и дальнейших побед. Между командами «Мастер Сатурн» ОР номер 5 и футбольным клубом «Строгино». С нами исполняющий обязанности главного тренера Андрей Николаевич Новосадов. Андрей Николаевич, с победой вас 2-0, вы одержали победу. Прокомментируйте сегодняшнюю встречу. Ну, игра была боевая со стороны двух команд. Жесткая. Ну, сейчас такой современный футбол. Ну, мы были удачливы, забили мячи, они не пропустили, поэтому выиграли. Вам большое спасибо, с победой и до новых встреч. Дальнейших побед. Спасибо большое. Завершился матч второго тура юношеской футбольной лиги 1. Мастер Сатурн принимал футбольный клуб «Строгино». С нами Аким Епишев. Аким, ваши комментарии по сегодняшней встрече и, к сожалению, поражение 0-2. Здравствуйте. Ну, я считаю, что игра была тяжелая с точки зрения борьбы. Но есть мужская борьба, а есть неспортивное поведение и довольно грязный футбол, который, я считаю, продемонстрировал наш соперник. Судья не в полной мере, я считаю, карал их за это. Но что есть, то есть. Пропустили два очень глупых гола, которые не должны были пропускать стандарт. И, ну, ошибка защитника, с кем не бывает, я понимаю. Будем разбирать ошибки и, надеюсь, в следующей игре исправимся. Аким, тебе большое спасибо и дальнейших побед. Спасибо большое. Завершился матч второго тура UFL-1. Главный тренер «Мастер Сатурн» Иван Павлович Бережной. Иван Павлович, дайте ваш комментарий. Сегодня потерпели поражение 0-2 от «Строгино». Ну что, комментарии. Мы не выиграли, значит, проиграли. Или мы проиграли, значит, не выиграли. Матч получился, конечно, очень эмоциональным. Даже больше похож на борьбу с элементами регби. С грубостью даже на грани очень недозволенного. Вот. Ну, в принципе, всем понравилось то, что накал был, было напряжение. Нас наказали за наши ошибки, мы не смогли. Все как обычно. Что происходило сегодня в нападении? Почему так мало ударов в створ ворот за целую игру? Ну, будем ударов. Разбираться, будем разбираться, подумаем, почему так мало ударов. Может быть, кому-то придется посидеть на скамейке, может быть, кому-то надо другому дать шанс, если мы не бьем по воротам. Возможно, и так. Вам большое спасибо, Иван Павлович, и вам дальнейших побед. Всего доброго.